Ну и что вы думаете, у нас тут такая погодка. Всем привет. Ой, а мы с Михалычем лежим. Балдею от насморка. Получаем нереальное удовольствие от кашля. Так что логов пока кулинарных не будет. Будет Глафира Абрамовна сидеть на фастфуде. Видите, у нас типа зима. Но завтра, вы не поверите, у нас плюс 4, плюс 6 даже. Ой, вон народ снеговиков налепил. Это, мне кажется, не снеговики. Крепости какие-то. Да, крепости больше всего. Смотрите, что. О! Слушайте, ну сыро жутко. Идет какой-то мерзкий мелкий снег целый день. Абсолютно мерзкий. Тетя Соня сегодня была на параде. Лучше победы. Бы не была. Лучше бы не была. Теперь учатся ходить строевым шагом, ага. Чтобы на следующий парад прийти при полном параде. Представляете? Значит, позвали всех выдающихся спортсменов. Да-да, не удивляйтесь. Заслуженных причем. Да, и не сказали никому, что надо взять с собой медали. Да. Бедные люди. И те, кто смог, кто не смог, да. Все побежали за медалями. Кто не повезла медали, ее бабушка прибегает, говорит, давай скорее медали. А у нас медали что по сумо, что по дзюдо, что по самбо, все в одной куче. Я скорее отделять. Ой, сорки. Видите, как я хорошо кашляю? Вот так вот, учитесь. Я скорее отделять зерна от плевел, сумо от дзюдо. Ой, сейчас идем в полуночной магазин, потому что одна я не хожу с некоторых пор на улицу, потому что на меня нападают. Фу, чем так пахнет? Чем? Шурмой. Шурмой пахнет. У нас тут делают шаурма. Хочу еще вкусное, мы сыр ели. Обжоровые сыры. Я смотрю, Ира нарушает спортивный режим, как только может. Ир-то это... можно, мне нельзя, но она сказала, что это последний раз, два раза. Наш новый тренер. Вот погодка, конечно, с одной стороны, неплохо, но очень сыро. И вот этот вот мелкий. Тренер здесь живет. Да, у нас тут все рядом. Еще бы нам дворец единоборств построили, прям в дружбе в нашем парке. Чтоб не мотаться по всему городу на соревнования. Ой, насморк задолбал, реально. Я вообще лежать не могу. Как Михалыч лежит, я удивляюсь. Я лежать не могу, меня нос закладывает. И какой-то кашель, как будто я лаю. Придется сегодня бронхосбор заваривать. Ой, какой-то тихий ужас. Этот вирус, народ, берегите себя. О, страшно вам? Михаил говорит, не ходи никуда. Я говорю, не, я выйду, пойду. Немножко пройдусь. Частично О2 в себя волью. Направляемся мы в магазин, который держат азербайджанцы. И там иногда бывают всякие прикольные штуки. Аутентичные. Заодно хочу там попробовать взять чай, если будет азербайджанский. Потому что Дилан у меня кончился. Сейчас мы выпиваем по 3 литра воды почти в день. Ну, поменьше, может быть. Когда болеешь, надо много пить. Делала чай с имбирем. Нарезала, как Танюха с имбирячкой, лимончик. Пьем уже антибиотик, потому что нам бесполезно пить что-то другое. Тетя Соня идет без шапки, пугает народ. Ужасы, ужасы, короче. Ой, почти дошли. Сходили в магазин. В магазин, блин.
Я уже как великие блогеры все я YouTube разговариваю. Скоро буду каждый день говорить, прикупили. Надо мне прикупить. О, мокрая погода, противный снег. Я представляю, что не хочется делать вообще. Абсолютно разбитое состояние. Но надо себя заставлять. Ежики идут, жуют. Всякие вкусняшки. Балдеют. Мать не угощают. Собираются на какие-то тусовки. Тульский пряник. Да, я вообще никуда не хочу. Надо. Я удивляюсь, как вы сегодня в ресторане не сидели. А, ну вы с утра только сидели. Да. Как вы вечером не пошли с тусовкой своей великой. Я хотела. Алена, смотри, тоже зеленые у нас листочки, как и у вас. Ковер из листочков зеленых. Зима и листочки. Смотри, сколько снега нападало уже. Ой, кошмар. И это все завтра растает. И будет гадско-пригадско. И будет скользко-прискользко. Уже скользко. Ну, холодный ветер. Даже не с Волги, а западный какой-то. А потом через несколько дней... 4.0.15. Как раз 15 числа. Тебя это не волнует, а нас волнует. Ой, идем к дому. Ползем по крыше воробьи. У меня, несмотря на то, что пью антибиотики, все равно сначала вроде температура не стала подниматься. А сейчас все равно 37. Две опять моя привычная вернулась. Видать, мой стафил привык уже к такой погоде. Ой, руки мерзнут, да, смотрите, что. Ноябрь месяц, вот это 7 ноября, народ. У нас раньше на 7 ноября выпадал только такой снежок слабый. А сейчас как в 41 году. Говорят, зима будет суровая. Очень не хочется и этого терпеть. Ой, ну придется, наверное. Будем дома сидеть. Печку надо завести, чтобы на печке лежать. Валенки купить. Ой, как кошмар. Задувает. Иду, ползу по крыше воробей. Ух ты, падает снег. Смотрите, зеленые деревья стоят. Вон акация зеленая абсолютно. Тоже мне Сочи с Краснодаром. Листья он здоровый, зеленый. Так что... Показали мы вам нашу погодку. Те там москвичи хвалятся снегом. Вот и я тоже хвалюсь снегом. Смотрите. Говорят, в Уфе уже вообще там по 10, по 15 сантиметров понавыпадало. Хорошо, Соня у нас в Уфу не едет. А то бы ее там занесло бы в Уфе. Не ходи по снегу. Ой, желтая какая береза под моим окном. Моя любимая собака. Ох ты. Ах ты, все мы космонавты. Кони красо. Стаффорд. Стаффордский терьер. Стаффорд. На строгаче. На строгаче. Водит. Машину замело. Ой, раскапывать ненавижу машину. Ненавижу машины раскапывать. Вот, почти пришли к дому. Сейчас сделаю шаверма. Нажрусь. И будет мне счастье. Не, ну, на самом деле просто ничего нереально не лезет. Есть надо, потому что пьем антибиотики. Ой. Дальше. Чего не нужно было? Паспорта никакого.
Не нужно было. Такую истерику подняли, не представляете. Но пацаны, тренер сказал, паспорт возьми. Потом написали еще, паспорт возьми. Ну, это 7 ноября парад. Ладно, все хоть прошло. И на том спасибо. Сосули. Сосули огроменные висят. Ходить под крышами нельзя, все валится. Ну, в общем, зима пришла неожиданно, мы ее не ждали. Все, пойдем домой. Доползли. Спать, господи.